Невероятная новость. В РЖД перекрасили локомотив не в красно-серый фирменный корпоратив. Вы на канале Блог ЖД Фотографа, с вами Игорь Абросимов. И сегодня мы ловим электровоз ЧС-200-009, который 26 апреля вышел из депо Санкт-Петербург-Московской в новой окраске, а именно в цветах поезда Невский экспресс. Правда, сегодня он едет не с Невским экспрессом, а с двухэтажным составом, что тоже довольно красиво. Я нахожусь на самом легкодоступном перегоне в Москве, Ховрино, Москва-Товарная. Здесь довольно неплохое место съемки. Посмотрите, здесь есть красивый лес, уродские многоэтажки, которые, впрочем, не сильно портят вид, и нету уродского РЖДшного огромного забора, а также каких-нибудь страшных гаражей. Поэтому место довольно хорошее, тем более сюда просто доехать. 8 минут с Ленинградского вокзала, и вы здесь. Естественно, новый красивый локомотив стал объектом притяжения для всех фотографов, потому что, ну, такой крутой локомотив, да еще и в 2022 году, это просто что-то невиданное, господа. А я напоминаю, что если вам лень, некогда или вы не умеете круто обрабатывать фотографии, вы можете обратиться ко мне, к эксперту по фотографиям. Всего за 300 рублей в месяц я буду обрабатывать вам все ваши фотографии, которые вы только попросите. Безлимит. Ссылка на группу ВКонтакте, где вы можете оформить эту услугу, будет в описании. А мы сейчас возьмем интервью у еще одного известного человека, который решил вместе со мной сюда приехать и сфоткать распрекрасный ЧС-200-009. Я Никита Клеменов, ник ЖД-95 на Real Gallery. Сегодня тоже приехал вместе с Игорем пофоткать ЧС-200-009. Честно скажу, свое впечатление, он офигенен. Это просто супер. Это окрас под Невский экспресс. Вот, поэтому как бы первый кадр у меня уже есть. Сегодня с двухэтажным поездом номер 5, Санкт-Петербург-Москва. Я ставлю лайк этому ЧС-200-009. Подписывайтесь на мою авторскую группу NickJD95 ВКонтакте. Ссылка также будет в описании у Игоря. Вот. И жду ваших подписок, лайков и комментариев. Вот такой подарок подарила РЖД нам, любителям пофоткать паровозики ЧС-200 в цветах Невского экспресса. А я напоминаю вам, господа из РЖД, что есть еще Мегаполис, Тверской экспресс, Красная стрела, обычный поезд экспресс и другие красивые поезда, в честь которых можно покрасить локомотивы. А теперь мы включаем перемещение в пространственно-временном континууме и отправляемся в Поварово снимать этот крутой ЧС-200 в окраске Невского экспресса с крутым Невским экспрессом. Поехали! Сегодня 9 мая, и в России празднуется День Победы над фашизмом. И пока все нормальные люди в своих городах любуются парадами военной техники, ради которых перекрыты улицы, а также разглядывают самолеты в небе, я, как всегда, отправляюсь на железную дорогу ловить ЧС-200-009, новый самый красивый электровоз России. И сегодня он едет с Невским экспрессом, как раз с тем самым поездом, под который его и покрасили в сине-белую окраску. Какой же перегон я выбрал для того, чтобы сделать свою фотографию? Естественно, это Алабушево-Радищево. Самое простое, что только может быть на Октябрьской магистрали. Сюда всего лишь час ехать от Москвы, и здесь есть вот эти очаровательные холмы с обеих сторон от путей. На эти холмы можно забираться и делать с них отличные фотографии, чем московские фотографы и занимаются. Что же здесь можно встретить, кроме Невского экспресса? Во-первых, это, конечно, поезда «Ласточка» Siemens Desiro Rus, которые здесь используются как на пригородных маршрутах, так и на междугородних. Далее, скоростной поезд «Сапсан», который, вроде как по легенде, разгоняется до 250 км в час на маршруте от Москвы до Санкт-Петербурга. Из пассажирских локомотивов ЭП-2К, которые строятся в городе Коломна, и их выпущено уже более 400 штук. Но проблема их в том, что они все абсолютно одинаковые, поэтому я лично не знаю никого, кто с удовольствием их фотографирует. Далее, ЧС-6 и ЧС-200, и иногда сюда заезжают электровозы ЧС-2Т, которые мы называем теремками. Более подробно обо всех этих локомотивах я рассказывал вот в этом видео. Посмотрите, если еще не смотрели. Всех фотографий, которые люди сделали на этом участке. И даже сегодня вместе со мной Невский экспресс снимали по меньшей мере 3 человека. Я пронумеровал все фотографии, а вы в комментариях напишите номер той, которая понравилась вам больше всего. А заодно угадайте, какую из них сделал я.
под конец немножко урбанистики, и я нахожусь около платформы Алабушева, где построили самое бесполезное сооружение во вселенной. Это гигантский конкорс для перехода через железнодорожные пути, которым просто никто не пользуется, потому что, во-первых, здесь нет такого количества пассажиропотока, а во-вторых, никто не хочет 3 часа тратить на то, чтобы подняться по одной лестнице, и 3 часа, чтобы спуститься по другой. Но лифт здесь, конечно же, не предусмотрен. Я купил себе билет до Москвы в этом сером ящике, который они почему-то называют кассой, и теперь мне нужно попасть вот на эту платформу. Как видите, она не на той стороне железнодорожных путей. Тем не менее, мне предлагается пройти на нее через вот этот вонючий конкорс, подняться, а потом спуститься. Почему нельзя было просто поставить лестницу вот здесь, чтобы от кассы сразу пойти на платформу? Эту загадку РЖД оставляет без ответа. Я все-таки смог найти более человечный вход на эту вонючую платформу. Для этого мне пришлось пройти ее всю, целиком. 12 вагонов поезда. Правда, даже эта лестница, которую я нашел, выглядит довольно неудобно. Страшно представить, как бы я мучился, если бы мне нужно было подняться на нее с детской коляской или с велосипедом. Ну и в лучших традициях мостик, который ведет в забор. Что мешало сделать здесь калитку, если тут все равно ходят люди? Почему нужно зачем-то вот там входить? Что это за фигня такая? И еще довольно забавно, что там гигантский конкорс, а здесь простой настил. Снег на 9 мая. Что это, если не санкции, наложенные на Россию самой природой? Но на этой мерзкой, противной, холодной ноте я заканчиваю свой обзор электровоза ЧС-200-009. Этот электровоз действительно лучик света в красно-сером РЖД-шном царстве. И кто знает, может скоро у нас появятся и другие красивые локомотивы в цветах фирменных поездов. Хотя я бы особо на это не рассчитывал. С вами был Игорь Абросимов и канал Блог ЖД Фотографа. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте, куда я загружаю не только видео, но и свои фотографии. А также обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и посмотрите вот эти ролики. До новых встреч! Спасибо за просмотр!